тобой есть мощь и сила. Это мини-боги землю спешат спасти ради справедливости. Если небосвод затянуло облаками, то не бойтесь, рядом с нами всегда окажутся друзья. X-Power! Команда вперед! Ваша смелость бесконечная через тьму к солнцу нас ведет. Это мини-форсис! Стойкость, мощь и сила. Это мини-форсис! Землю спешат спасти ради справедливости. Стойкость, мощь и сила. Спешат спасти ради справедливости. Это мини-форс X. Коварный план Зорда. Где это мы? Где мы оказались? Я очнулся, мы уже были здесь. Они кто такие? Тоже не знаю. Мы были в Данботе. У нас получилось! Вперед! Мы смогли сбежать прямо перед взрывом. Вижу, вы уже очнулись. Это еще кто? Я командир Чен, главнокомандующий мини-форс. Вы у нас под арестом. Что? Вы сказали мини-форс? Нас взяли в плен. Значит, это должно быть их штаб. У нас к вам вопрос. Назовите ваши имена. Мы ничего вам не скажем. Правда, Данте? Данчо? Да, леди Кара. Клянемся честью команды Дан. Вы уже сказали нам свои имена? И мы столько времени сражались с такими дураками. Повелитель Зенос, плохие новости. Команда Дан попала в плен к мини-форс. Они были кучкой бесполезных дураков, пусть так. Но они могут выдать ценную информацию о нас. Было бы лучше их устранить. Займись этим. Да, повелитель Зенос. М-бомбер, твой выход! Я М-бомбер, пришелец-бомбардир. Я все подорву своими летающими бомбами. Итак, первая подача. Чрезвычайная ситуация. Пришелец в Блю-Сити. Отправляйтесь немедленно. Это вызов. Вперед. Мини-Форс Икс. Трансформация! Но я не могу оставить свою лапшу. Ой.
Отличный пас! Нет, моя лапша! Нельзя играть в футбол бомбами! Кто сказал? Макс, ты в порядке? Эти бомбы те еще штучки. Это простая крученая подача. Я разберусь с твоими бомбами. Присоединимся к нему. Неважно, сколько вас. В яблочко по всем трём. А такой размерчик тебе как? Пушка, двойной меч, Икс. Пушка, двойной меч, совместить. Хорошо, вперед. Пушка, двойной меч, Икс. Пушка, двойной меч. Совместить! Не так просто, мини-фарс! Огненный пинок! Не хватило даже нашей совместной атаки! Но подождите, куда делся пришелец? Больше никаких игр! Пора отправить вас всех на тот свет! Подача «Метеор»! Удивительный щит! Это все, что вы можете? М-бомбер! Мы вычислили местонахождение цели. Я получил сигнал с устройства слежения, находящегося на команде Дан. Начинаю выполнять наш план. Вас понял. Отключить устройство блокировки отрицательной энергии. Задать координаты на штаб Мини-Форс. Что? Что ты только что сказал? Этой подачи я разрушу ваш штаб. Что? Подача ультрапушки. Примерно 3 минуты до столкновения с бомбой 100 килотонн мощности. Наша защита этого не выдержит. Это плохо. Моя миссия закончена. Их планом было отвлечь нас и уничтожить наш штаб. Но еще не все потеряно. Да, если Вольт отправится на полной скорости. Хорошо, давайте попробуем. Может быть, Зорт действовал от себя? Есть такая вероятность. И что, повелитель Зена спасет нас? Остается только надеяться. Это конец сразу и команде Дан, и штабу Мини-Форс. Это сильно отразится на оставшихся агентах Мини-Форс.
Да? Да. Ранец не выдерживает. Ну ладно. А? Что? Что-то? Эвакуируйтесь немедленно. Сюда летит гигантская бомба. Что? Сюда, быстрее. Леди Кара! Бегите дальше. А что? Мы так не можем. Быстрее! Держись крепче. Какое чудесное чувство! Минутку. Разве это не сигнал команды Дан? Как им удалось выжить? У Вольта получилось. Как же хорошо, что мы держали команду Дан на тренировочной базе, а не в штабе. Ты в порядке? Повелитель Зенос теперь точно покинул нас. Озвучено по заказу CLS Media в 2019 году.